зацепят там, чтобы вообще до низа долетел. Роман? Давай. Все, можно? Чё? В этот раз за ногу не цепануло. Надо 180. Кустики, кустики. Сука, жопой прям. Я зацеплюсь, не надо. Оп. Не пытайся, ты меня сейчас убьет. Да не надо, сейчас она придет камеру, чтобы обратно забьет. Тебе не давит? В этот раз хоть ногой не зацепился. Она зацепилась. Чуть-чуть. Что, может, тебя это? Не надо отцеплять ее? Да сейчас придут, отцепят. В этот... воздухе прям вот так переворачивает, летел. Да? Нормально? Да. Это что, далеко оттолкнулся в этот раз? А, два не обратил толком. В любом случае, я руками вот тут махал, летел. Это в конце, когда, ну, уже, знаешь, нырять, прыгать. Немножко не так. На камеру еще снимает, если что, на голове. Сгруппировался не так. Полетел. Ну, ты вообще быстро как-то присел, еще такой. Ну, а что там ждать? Я пока да, вообще не очков второй раз. Я пока лес настроился, что я заебусь спускаться, лучше спрыгнуть. Я могу сам отцепить, в принципе. Ну ладно, подождем. Яйца дать. Дайте попить, а? Где-то флеш был. Ты за спину зацепился, он говорит, так больнее нахуй. Если сильно вверх, ой, сильно вниз головой, тебя может, говорит, хорошо крутануть, говорит. Не, единственное, что это, висишь, когда вот места давят. Единственное, и все. Ну. Тебя тоже давят? Конечно. Все, так ничего не давит. Нигде. А, ну вот плечи еще давят. Нет, нет. Потому что сзади. Ну. Плечи спереди давят. Да я просто не захотел, чтобы у меня было... Я 26-го, наверное, на сотку поеду. Чтобы меня в полете перевернуло, нахуй надо. Да. Ну, если погода будет. Если что, перенесут. На сотку хочу, там поумать мне уже. И потом записаться на 180. Там вообще пиздец. 180, по-моему, Биробиджане. Да. Да, еще доехать. Да, доехать, это не проблема. Сколько сотка стоит, знаешь? Да, рубля 2,5 вроде. Сильно, да? Да, нормально так. Камеру вырубили? Нет.